рыбку продают, навашку, свежая навашка по 220. Здесь всегда во все времена продавали рыбку, наловленную сегодня или около того. И корюшка свежий улов. Ну, в принципе, красивая. Вот такая. Пахнет обалденно. Ой, меня корюшкой перекормили в этот приезд. Мне так нравится. И с собой надавали, и накупили. И сестра навялила. Боже, какое счастье. GoPro выключить. GoPro. Немножечко торгового. Где мы раньше жили? Я на Болдырево жила много лет, до полжизни. На Лукса, потом на Бирзино, потом на Якутске. Так что вот это наши родные районы. Ничего не изменилось. Все по-прежнему. Сегодня выходной. Машин, как видите, нету. Сейчас где-то 4 часа вечера. Автобусы вот такие красивые ходят, большие. Поменяли все автобусы. Магазин «Штопор» на месте. Связной на месте. Там что? Мужская одежда, адвокат, юрист или как он там называется. Я бегу по улице Болдырева. Заодно вам немножечко вот район покажу. Сегодня ледяной ветерок. 24 февраля. У меня было очень много дел и встреч с девочками, магаданками. Поэтому мы рады все увидели, что... Поэтому я не гуляла, не успела до обеда. И иду такая довольная и счастливая. Одновременно показываю вам район по пути. Вот говорю, где бегаю, там и снимаю. Специально не получается, нет времени. Ну, как-то я не планировала специально гулять. Снега, видите, много. Ой, какая там горка здоровая. Скользкая. Ух! Нет, не пойду кататься. Не пойду. Так, что я хотела сказать? Сегодня небольшой ледяной ветерок. Так вроде солнце. Такое солнце в Магадане. Вот оно где, в каком месте. Именно в это время, в 4 часа, в 5 оно немножечко будет ближе к середине бухты. Потом начнет садиться. И будут красивые фотографии. Мы с сестрой в первый день, когда я приехала, ну, выспалась на следующий день, я веду. Поехали погулять по морю. Я делала видео, показывала, какая красота там. Ну, и с погодой тоже повезло. Морозец был, но хоть без ветра. Такое ощущение, я не уезжала. Не уезжала будто бы. Ой, хочется еще к девчонкам тут по пути зайти. Но они, по-моему, сегодня не работают. Это район, в котором вообще, наверное, полжизни прожила. В этом доме на Болдыре 4. Дети выросли здесь, в парке гуляли. В общем, все рядышком. Каждый раз проходишь мимо домов, где жил, заглядываешь в окна, что там поменялось, какие там шторы, что там за люди живут. На смену нам кто-то другой приходит, приезжает. Круговорот людей в природе. Так, там как-то скользко, я просто хотела перейти дорогу. И здесь я не спущусь, поэтому попробую. Кофейня какая-то написана. Кофейня. А! Место! Вместо! Там, где была Дальсвязь, слева был салон, там платить. И так далее. О, сколько машин. Вот как мне надо выйти. Смотрите, людей нет вообще. Вот просто нету, да? Мне надо перейти дорогу. Выезжает куча всяких машин. Прям вот, как будто бы это. На проспекте. Ну, в общем, там кофе. Написано электронная альтернатива. Слушайте, может нет, может это не кафе. Плюс 18, 18 плюс. Ну, короче, написано кофейня, а что там на самом деле, я не знаю. Ну, удивительно, да? Машин нет вообще. Анжела собралась перейти. Не было ни одной машины. Сейчас с одной стороны, с другой. Ладно, стоим, ждем, разглядываем окошки. Мне надо добежать до улицы 8-го дома. Нет, до 10-го за поликлиникой. Я иду на очередную кухонную встречу.
расскажу в отдельном виде на канале. Будет смотреть только тех, кому это интересно. А остальным просто благодарна. Дышите воздухом. Нормально на улице. Нормально. Птицы, слышите, чирикают. Я не знаю, сколько сейчас. Минус 20, минус 17. Не знаю, тепло. Мне в этой куртке тепло и в свитере. Даже жарко, когда я хожу быстро. Здорово. Городской центр расчета, ломбард. Здесь же одно крыльцо. Здесь магазин сначала был, потом что-то такое, они типа для детей. Сейчас здесь ломбард. Открывают то, что выгоднее. Так, мы сейчас посмотрим, как работает Прима. Если она завтра работает, то мне сюда надо обязательно заскочить. Потому что в понедельник Анжела улетает. Вот мы жили в этих окошечках. Каждый раз здесь наблюдала. Тут киоск давно-давно стоит. Ну что? Выходной же. Почему нет вывески? С Примой вы неповторимы. Давайте постучимся. Да неужели? Правда? Да. Че, правда вы работаете? Закрыты наоборот. Можно уходить? Зашла, поздоровалась. Приятно видеть знакомые лица. И бегу дальше. Хотела вам дать послушать, как птицы здесь щебечут на солнце. Классно, да? Все-таки ты хочешь в кадр попасть. Хоба! Какая красивая шуба! Блин, офигенная. Спасибо. Все, Анжелочка, давай, до воскресенья. Мне тоже такую надо шить. Да, да. Блин, как классно! Это я для себя. Не будешь, это не буду. Ну все, пока, ага. Слушай, здорово. Ой, гуляем дальше. С сестрой мы были здесь в первый день. Она у меня приболела, и вот эта поликлиника принимает по всем основным врачам. Ну, если не температура, не ковид, вот именно в этой поликлинике. Мужчина меня пропускает. Молодец, молодец. Девочка желтая, на желтой машинке. Какое солнышко. В спину греет. Несмотря на 4 вечера, греет. И вот, когда мы были с сестрой, здесь я немножечко прогулялась. Показала вам кусочек парка, кусочек поликлиники. Об этом соберу отдельное видео. Таких вот мелких мест, где я бываю. Поликлиника частично отремонтирована, первый этаж, все там компьютеризировано. Ну, в общем, сейчас все поменяли в городе за эти 2 года. Записи по единому центру, по телефону или по госуслугам к врачам. И врачи работают не по участкам, а собраны все в одном месте. То есть в одной поликлинике одни врачи, в другой только другие. Процедуры физио в третьем месте тоже снимала. Где? Потому что лечимся, бегаем. Так, ну здесь я, конечно, не подымусь, поэтому я иду дальше. Ой, чудесная погода. Вот небо такую погоду в первые 2 дня. Да чего же был такой вот холод. Меня промораживало. Вот вроде тепло одето, где-то вот идешь, немножко жарко, спина мокрая, и потом начинает промораживать. Поэтому, говорю, тут не угадаешь, как надо одеваться. Хочется, чтобы не продувало. У меня не продувает куртку. Но в ней же одновременно жарко. Такой эффект полярника. Все тепло внутри меня.
Болдырева 10. Родной район. Сколько лет мы здесь прожили? Пол жизни. Так, ну все. На этом прощаюсь. GoPro стоп-съемка.